По сути, главные вещи, которые, мне кажется, постигает, ну, не знаю, там, музыкант, вот, или человек, который, например, делает гитары. Вот что главное в инструменте? Ну, воздух, да, который внутри. Что главное в музыке? Ну, тишина, да, молчание. А по сути, это все, в общем, в живописи, наверное, передается, ну, собственно, о чем речь? О воздухе, да, по сути, по большому счету. Воздух, который наполнен тишиной, и в живописи это передается светом. То есть, собственно, вот свет, бутылки света, вот как передать? Воздух и свет одновременно и молчание. Вот бутылки света. Вот так вот такое стихотворение у Димы. Я сохранил бутылки света, в саду стоят бутылки света, теперь толпятся на окне, теперь играют на стене. Я сохранил бутылки света в чулане сердца моего. Теперь толпятся на окне, теперь играют на стене. Где скелет велосипеда, я к чулану подошел, и в распахнутые двери не увидел ничего. Я сказал, вино рассвета, я в бутылки наливал. Я сказал, вино заката, я в чулане не нашел. И в распахнутые двери безоглядно побежал. И скелет велосипеда где-то радостно заржал. Я нашел бутылки света в паутиновых чулках и понес с улыбки света, как ребенка на руках. А скелет велосипеда я споткнулся на пути, и скелет велосипеда проводил меня до двери. Приходите, люди, звери, я вам спою вино рассвета, я вам спою вино заката, я сохранил бутылки света, теперь несутся из груди, теперь толпятся на окне, теперь играют на стене, в саду стоят бутылки света. Я сохранил бутылки света в чулане сердца моего. Я сохранил бутылки света в чулане сердца.